И всем здравствуйте! Сегодня я расскажу о таком расширении NoMau Tibing Tabs. Данное расширение позволит вам убрать лишние вкладки с одинаковыми ссылками на них. Я все расскажу вам поподробнее об этом. Вот здесь я описал кратенько, как он работает. Но давайте приступим и посмотрим, как же он работает в реальности. Нажимаем на вот эту ссылочку и переходим в интернет-магазин Яндекс. Устанавливаем. Вы установили, вот он у меня уже установлен. И покажу вам на наглядном примере. На Яндексе. Яндекс открываю, как вы видите. И еще раз открою. И как вы можете посмотреть, сейчас он не закрывается, правильно? Почему, вы скажете? А потому что у меня стоит галочка первая. Оставлять все вкладки. Ну, у вас будет здесь стоять, вот здесь вот у вас. Она закрылась. Еще раз покажу. Нажимаем сюда. И вуаля. Как вы можете посмотреть, она закрывается. И скажете же, ну, закрывается и закрывается. Ну, у нее только одна функция. Она будет закрываться при том случае, если вот эти ссылочки будут совпадать. Это будет означать то, что вы открыли одну и ту же страницу. У вас когда, знаете, вот бывает такой случай, когда очень много вкладок вот сверху находится, и вы даже можете не знать, что у вас дубликаты есть каких-то страниц. А данное вот это расширение поможет вам в этом случае. Помогало, да, согласен. У меня были такие случаи, когда бывало, работаешь, и у тебя вся вот эта вкладка заполнена разными сайтами. И бывает, попадались дубликаты. Ее установил, и сразу у меня наполовину уменьшилось. Ну, в принципе, одни только плюсы могу сказать. Вот эти вот две функции очень похожи, вот эти вот, по силе. Разрешать только для вот этой вкладки дубликацию. Вот она, мой находит, сколько я сейчас дубликации делать. И разрешать... вообще полностью разрешить для вот этой всей дубликацию, и она не будет закрывать. Ну, по силе они одинаковые, вот я посмотрел. Разницы не могу сказать. И еще такой могу сказать нюансик. Вот запомните, видите, я поставил на центр. Запомнили? Перехожу сюда. А она сверху. То есть это означает для каждого сайта, для каждого доменного имени, вот этого доменного имя, оно уникально, ну то есть расположение будет. Вот как вы поставили, так она и будет стоять. Изначально она будет стоять только сверху. Ну, теперь я рассказала вам о данном расширении все. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайки. Не забудьте подписаться на мой канал. Всем спасибо и удачи, дорогие друзья!